Красоты много не бывает, и сегодня ее ищут и находят везде. В модельных агентствах, школах и университетах, на предприятиях и в офисах. Последнее – это как раз наш случай. В Челябинске прошел кастинг регионального тура конкурса «Мисс Офис». На самом деле, сегодня уже второй кастинг, и буквально через неделю ровно состоится финал 27 мая. И критерии, ну, простые. Это, конечно же, красота, это подача, это харизма, это наличие талантов. Петь, танцевать, говорить стендапы, акробатические этюды, я не знаю, там, сценки, номера, стихи и так далее. Все это обязательно должно быть в девушке. Скажем, вот этот выход из зоны комфорта, он... очень важен девушке, он очень развивает, расширяет границы. И сегодня, ну, важное условие – это чтобы девушка работала. Работа должна быть связана с офисом. Вот. И также у нас есть творческий конкурс, творческий этап. То есть у девушки должно быть помимо офисной работы какой-то талант, какое-то хобби, чтобы она была многогранной личностью. Конечно, думаю, в первую очередь это зарядиться эмоциями. Ну и думаю, чтобы поднять самооценку и в качестве саморазвития. В этом году на конкурс подали заявки сотрудницы фитнес-клубов, менеджеры и руководители отделов, а также экономисты и дизайнеры. Основная причина участия – возможность отдохнуть от рутинной офисной работы и окунуться в атмосферу творчества. Я очень творческий человек, и, наверное, хотелось бы запомниться именно какой-то изюминкой, не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения внутреннего мира. Буду собой. Я даже, честно говоря, ничего не придумывала, просто на лайте пришла. Как есть, так есть. В следующий раз мы встретимся с девушками уже в финале. По словам организаторов, это будет грандиозное шоу. Победительницу выберут 27 мая в роскошном зале «Сувенир Эксель» отеля «Березка».